Пару слов о том, кто я такой, если вдруг кто не знает. Я один из основателей и разработчиков такого маленького стартапа, небольшой базы данных уязвимости vulnish.com. На текущий момент являюсь директором по информационной безопасности группы компании Kiwi. В прошлом один из security девелоперов и, как часто бывает, веб-пентестер, то есть участвовал в различных баг-баунти, то есть опыт именно и в penetration-тестинге. И немного о том, почему информационная безопасность – это все еще важно и, на самом деле, даже важнее, чем было раньше. Слайд показывает, график показывает суммарное количество уязвимостей, которое было в 2016 и 2017 году. И видно, что в 2017 году уязвимости было в два раза больше. Да, то есть и суммарный график, и в принципе по месяцам. Означает, что жить реально страшно. Да, все помнят нашумевшие уязвимости прошлых лет, когда приходилось в реальности всей компании объединяться полностью всеми отделами, чтобы быстро закрыть уязвимости WannaCry и последние уязвимости с процессорами и много чего другого. Поэтому это как никогда важно, и нужно понимать важность. И доносить условно не только до топов, но и до всех сотрудников. И, как многие знают, в рамках кредитных организаций и коммерческих необходимо, чтобы был выделен отдел информационной безопасности с различными функциями. Все примерно понимают этот список функций. Это стандартная разработка концепции политики безопасности, да, некие там бумажные стандарты. Классификация активов и оценка их защищенности, то есть проверка, что у вас есть. Оценка их уровня защищенности, соответственно, повышение этого уровня, контроль периметра. В том числе также есть и оценка управления информационными рисками, операционными рисками в том числе. Также немаловажный пункт – это некий security awareness, то есть повышение осведомленности в области информационной безопасности. То есть донесение до всех сотрудников о том, что такое информационная безопасность, почему это важно, почему необходимо не переходить по ссылкам, да, то есть, как рассказывали там коллеги на вчера и позавчера, проведение, там, как вот коллеги из Тинькофф, проведение фишинга, атак внутренних, там, разработка каких-то журналов, направленных чисто на администраторов или на разработчиков, то есть повышение осведомленности всех сотрудников в рамках компании. Ну и один из тоже важных, одна из важных функций – это донесение до менеджмента статуса, как бы, статусы и неких планов по информационной безопасности, то есть обеспечение руководства отчетами, то есть когда именно CISO выступает в качестве полноценного C-левела. Да, это некий там промежуточное звено между безопасниками, технарями и бизнесом, который может именно техническую информацию донести в понятной форме бизнесу. И вам нужно сделать отдел информационной безопасности. Да? Первый шаг – вы находите CISO. Это тоже непростой квест, потому что найти сейчас CISO, который умеет все вот эти функции выполнять, не так-то просто. Да? То есть он должен быть и security-экспертом, понимать и в области атакующего желательно, и как защищаться. Он должен понимать стандарты, и российские, и зарубежные в том числе. Должен выступать посредником при передаче информации, донесении информации до бизнеса. Также уметь разговаривать со своей командой, то есть эту информацию транслировать. Ну, то есть такой некий там гуру во всех областях. А я, предположим, вы нашли где-то такого там некого security мега-эксперта, гения, не знаю. И потом нужно определиться или понять хотя бы, да, в рамках какой структуры у вас должен работать отдел информационной безопасности. И здесь есть несколько подходов. У каждого из этих подходов есть те или иные плюсы или минусы. В принципе, пару лет назад, по-моему, Алексей Лукацкий писал у себя в блоге, какие есть подходы, да, и какие, условно, там профиты и минусы того или иного подхода. Один из таких подходов, который часто применяется и в банках в том числе, когда отдел информационной безопасности находится в службе безопасности. Да, и какие тут такие явные особенности? Да, то, что чаще всего службу безопасности возглавляют бывшие военные. Соответственно, им чаще всего, да, само собой, это бывают разные ситуации, но, как показывает практика, да, часто не хватает технической компетенции. Да, то есть они не могут понять, я не знаю, атаки новые, либо какие-то вектора, либо новые средства защиты, или все что угодно, что хочет применить CISO, что хочет именно применить, внедрить службу информационной безопасности.
Проблемы с коммуникациями, да, потому что не всегда могут говорить с технарями на одном уровне, на одном языке. И опять-таки очень часто преобладают некие организационные меры. То есть пытаются закрыть большинство рисков, либо там разработка каких-то документаций, либо пытаться на административном уровне воздействовать. Как мне кажется, не всегда должное внимание уделяется техническим мерам, техническим там, компенсационным мерам. Ну и если информационная безопасность находится в СБ, то есть конфликт с IT. Да, потому что это полностью разрозненные департаменты, нет прямого влияния на этот отдел, то есть необходимо как-то условно там через верх заходить. Опять-таки IT не всегда понимает то, что говорит информационная безопасность. И нет влияния на процессы прямого, да, за счет того, что вы не участвуете в этих процессах напрямую, вы как находитесь условно там сбоку, да, со стороны именно службы безопасности. Не всегда есть понимание, как этот процесс выглядит в действительности и как туда можно встроить информационную безопасность, на какие этапы, в каких шагах. Это один из подходов. Второй подход, когда информационная безопасность находится в IT. Да, и тут другая механика, что есть конфликт интересов. Когда безопасность говорит, нужно внедрять вот это, а IT говорит, окей, мы будем внедрять, у нас понизится доступность, да, то есть SLA будет страдать. Приходится как-то с этим решать. То есть когда есть некий там head of глобального IT, и он должен принимать решение, что он хочет, чтобы страдала безопасность, либо страдала IT, то есть страдала, условно, доступность. Но при этом профиты, что исполнители, то есть те же самые там администраторы или разработчики, они находятся в смежном, условно, соседнем отделе, который находится практически рядом с вами, да, вы знаете, как они работают, и можно на все вот эти процессы влиять, потому что вы находитесь, по сути, в одном большом департаменте, в одном управлении. Но вот такой минус, особенность, да, что есть некое подчиненное положение. Да, то есть курируем, пытается управлять куратором. То есть вы, как, находясь внутри IT, пытаетесь управлять самим IT. То есть некие там дочерние структуры пытаются управлять как бы родительской. Не совсем и правильное, и не совсем условно понятное, как это все будет работать. И что бывает, если выбран, ну без разницы, либо тот, либо иной путь? Как часто бывает на практике, там слышал многие рассказы банков, тоже там периодически видел такое, что ИБ выступает в роли аудитора. То есть информационная безопасность делает чаще всего самостоятельно, либо с помощью, да, предположим, вендора какого-то, аудиторской компании, самооценку. Смотрят, где и как, какие процессы внедрены, не внедрены, где какие замечания, исправления. После этого не совещается с IT, считает, что они самые умные, и напрямую выдают им список рекомендаций. А иногда могут еще выдать список рекомендаций с конкретными дедлайнами. Говорят, вот это супер критично, здесь нужно внедрить через квартал, нужно внедрить вот так, потому что я точно уверен, что вот так будет работать. Я знаю, я там, не знаю, в другом банке так делал, у меня есть опыт, поэтому давайте делаем вот так. Соответственно, выдает рекомендации. IT смотрит на эти рекомендации, понимает, что классно, рекомендации хорошие, в принципе, прямо из учебника взято, но в рамках там текущей компании оно не работает, потому что у нас бизнес-процессы другие, у нас система чуть-чуть по-другому настроена. И говорит, ну, мы не будем это делать, у нас вся система сломается. И просто не делает. Либо не делает, и говорят, там, не буду делать, и Б говорят, ну, мы же их просили, мы же им сказали, нужно исправить. А я говорю, мы ни при чем, это они виноваты. То есть не пытаются договариваться и искать какое-то общее решение. И какие проблемы из-за вот этого возникают, из-за вот этой, можно сказать, ошибки коммуникации, да, мискоммуникейшн? Чаще всего из-за этого отсутствует asset management. Да, то есть если не смогли договориться и донести до эксплуатации важность, необходимость asset management, то никто просто не будет делать. Если, я думаю, все понимают, чем грозит отсутствие asset management, что большинство процессов, они как бы не будут работать, вы не сможете просто посмотреть, что у вас есть, где у вас как, что внедрено, как защищается, если вы даже просто банально не знаете, сколько у вас серверов и каких. Также невозможность внедрения какого-то функционала, потому что IT ставит палки в колеса. Вы пытаетесь накатить какой-то агент, говорят, мы не будем ставить ваш агент на наши серваки, мы не ставим там ничего, что не прошло тестирование нами, мы, не знаю, там каждую строчку кода хотим вычитать сами, а вы нам какой-то бинарник даете. Ну, как бы, такое часто бывает. Также, тоже встречал, в принципе, на практике, это палки в колеса, когда просто IT отказывает в предоставлении доступов или предоставлении лишней информации. То есть они воспринимают ИБ как неких врагов, таких внутренних, с которым нужно
жить в конфронтации, ничего им не предоставлять, не рассказывать, потому что они что-то увидят и скажут, здесь все плохо, иди переделывай, еще там, не знаю, топ-менеджменту это донесут, и потом будут говорить, что мы говорили, а IT не хотят ничего делать, это они плохие, а не мы. Поэтому чаще всего просто могут не давать информацию, как бы, нет информации, нет проблем, ничего нельзя исправить. И за счет этого точно так же ИБ чаще, очень часто использует некие суррогатные средства, да, то есть пытается не найти оптимальное, некие идеальное решение, да, в рамках какого-то той или иной проблемы, а ищут сторонние средства. Например, если в рамках vulnerability management использование агента – это чаще всего самая правильная мера, например, IT не хочет давать доступ и ставить какой-то агент на все свои серваки, потому что там ядро упадет, еще что-нибудь, или там память будет потребляться. Поэтому приходится использовать безагентные решения, пропиливая кучу доступов, IT опять-таки не хочет эти доступы предоставлять или еще что-то. Либо использование тех же самых нескольких средств для сбора логов. То есть у IT, допустим, есть какой-то RHEL-кластер для сбора логов, но туда не хотят отправлять те данные, которые нужны ИБшникам. Приходится разворачивать какие-то свои новые кластера, свои решения. За счет этого отсутствует как раз переиспользование тех или иных средств, как в сторону от IT к ИБ, так и в обратную. И чаще всего IT не знают о тех решениях, которые есть у безопасников. То есть безопасность не доносит о важности, необходимости или о тех фичах, которые есть у их средств, не пытаясь предоставить их для решения айтишных проблем. А чаще всего вы знаете, что многие ИБ-шные игрушки, ИБ-шные средства позволяют решить именно около айтишной задачи, не связанные напрямую с информационной безопасностью. И как вывод, как следствие проблем, это низкая эффективность, в принципе, всех процессов, которые есть в компании в рамках IT и ИБ. И суммарно безопасность находится на низком уровне. И самое главное, непонятно, по чьей вине. Да, те говорят, что мы вроде все рекомендации выдали, мы сказали, им нужно там пропатчиться. Они не пропатчились. А эти говорят, мы не можем пропатчиться, мы им говорили. Стандартные кейсы. И жить плохо, да, но все-таки я пришел не то, чтобы рассказать, как все плохо, а какой есть выход из этого. И выход, что нужно жить дружно. И еще очень много лет назад люди придумали, что нужно кооперироваться. Ты не можешь убить мамонта в одиночку. Мамонт здесь это такая абстрактная угроза всему человечеству, да, всей информационной безопасности. Если вы хотите убить этого мамонта, нужно объединяться всей компанией. Да, то есть ИБ не справится с этим в одиночку, какой бы большой штат у вас ни был. То есть всегда вам не будет хватать ресурсов. Именно поэтому нужно кооперироваться с теми или иными департаментами. Какие профиты можно в этом случае получить? На нашем примере, например. Да? Если кооперация с Windows-администраторами, то это стандартное управление уязвимостями и обновлениями. То есть вы можете предоставлять айтишникам те средства, которые у вас есть для проверки патч-менеджмент и vulnerability-менеджмент. А IT как раз-таки под вашим контролем, под вашими рекомендациями обеспечивают установку обновлений в автоматическом режиме и с последующим контролем. Опять-таки, пытаясь, например, ИБ может лоббировать эти интересы, доносить до руководства, пушить, что необходимо обновляться, там, предположим, раз в неделю или раз в два дня, даже с принудительной перезагрузкой. То есть доносить это условно до C-level. О важности, даже если при этом удобство пользователя будет страдать. Также это переиспользование агентов, потому что все знают, что на рабочих станциях чаще всего там в компании стоит там условно 2-3 различных агента. Это DLP-агент, это может быть какие-то виндовые агенты для SCCM, это антивирусные средства и различные EDR-решения. И часто эти решения предоставляют некий схожий функциональность. То есть один или несколько агентов могут производить установку пакетов. Ну, логично, что в этом случае можно условно чинить самого себя. То есть, если один агент видит, что другой агент не установлен, он его накатывает. Таким образом, больше покрывается именно качество контроля рабочих станций, эндпоинтов. В случае с Unix-администраторами точно так же это можно добиться автоматической установки обновлений, как у нас. Также, допустим, у нас сделано, что WAF, система Web-Firewall, она стоит по дефолту. Потому что мы пришли, показали им удобное решение, с ними совместно протестировали, показали, что это важно, и теперь оно просто by default. То есть нам не нужно заботиться о том, чтобы администраторы не забыли поставить WAF, о том, чтобы ИБшники там активировали какую-то галочку, трафик пустили специально по особенному
способу, как бы, это просто де-факто. Это, условно, стандартный форм-фактор, именно к которому мы пришли именно совместно безопасники и Unix-администраторами. Также это переиспользование систем логирования. То есть, если у Unix-администраторов есть какой-то свой rel-кластер, то мы просим туда отправить какие-то логи, которые нужны нам, но не нужны, например, в рамках CEM. И в обратную сторону, то есть мы говорим, окей, ребята, эти логи у нас есть в CEM, давайте мы вам поможем. Если вам необходимо какой-то делать траблшутинг в рамках там айтишных проблем, айтишных задач, или какие-то доп-логи отправить к нам, и мы на них построим какие-то правила корреляции с последующим реагированием, то не вопрос. Приходите, мы все поможем, все вместе сможем сделать. Аналогично вместе с администраторами баз данных. Не всегда администраторы знают, какие Database Activity Monitoring у вас используются и какие фичи с их помощью можно сделать. И пытаются закрыть те или иные средства на уровне своих решений, на уровне там, какой-либо логики, аудиты. И также в обратную сторону вы говорите, ребят, вот здесь мне нужно, чтобы какой-то контроль покрывался более явно, более четко, условно этот контроль зарезервировать. Я использую Database Activity Monitoring, но давайте сделаем еще какую-то логику на уровне базы данных. Совместно придумывать какие-то там дополнительные триггеры по логированию, по аудиту, доказывая, то есть когда именно безопасники доказывают важность, необходимость и то, что по сути только ДБАшники могут это сделать. Тоже пример, когда мы все стали внедрять двухфакторную аутентификацию, мы пришли к ДБАшникам, показали им это, рассказали, как это работает, как настраиваться на тех или иных системах, и они сами в дальнейшем стали драйверами этого. То есть при новой версии или там типе СУБД они изначально приходят к нам и говорят, мы вот не хотим делать внутреннюю аутентификацию, давайте вы нам поможете разобраться, как можно вот в этом конкретном случае сделать аутентификацию внешними средствами, так, чтобы это было и пользователям удобно, и безопасно, сделать некое совместное решение. То есть с каждым отделом нужно кооперироваться. И понятно, можно это делать вместе с администраторами, эксплуатацией, но очень важный пункт, который мы у себя в компании практически сразу поняли, до сих пор, к сожалению, не все компании дошли до этого уровня зрелости. Коллеги из Тинькофф вчера сказали, что уже у них тоже это есть. Значит, мы как минимум не одни. Это собственная разработка. То есть, как показывает практика, можно потратить кучу денег, купить какие-то решения, appliances, софтварные или хардварные. Но не всегда эти решения заточены под вас. То есть хочется условно такое же решение, но с золотыми пуговицами. Да? А вендор говорит, сорян, мы не можем, это не вписывается в нашу архитектуру. И приходится либо жить с этим решением вот так навеки, но быть все равно недовольным, либо делать свое. Мы пошли по второму пути, потому что поняли, что это максимально эффективно и максимально выгодно в дальнейшем. И на текущий момент у нас отдельный штат внутренних разработчиков, которые делают средства на, именно для безопасности и для эксплуатации. И такие некие очень breakthrough points – это вот контроль периметра as a service. То есть есть распределенный контроль периметра, и каждые N часов полностью пересканируются все наши АЭСки с автоматическим выниманием всей информации. И любая новая информация, то есть любой новый там, IP-порт автоматом алертится. И алертится не только нам, а еще и сетевикам. Таким образом, даже при наличии процесса, регламентированного процесса вывода нового сервиса наружу, да, который там документально описан, все равно пытаемся техническими средствами хотя бы постфактум контролировать. То есть если администратор по ошибке или специально, или как-то забыл, не знаю, там фаервол настроить, выпустит какой-то сервис наружу, то буквально через пару часов это будет известно. Также аудит рабочих станций, потому что вы понимаете, вы ставите какое-то количество тех или иных агентов на рабочих станциях, но нужно контролировать, каков их статус. И не все решения по контролю, EDR или DLP позволяет вот это выполнять. Да, они могут говорить, окей, я вижу себя там на 500 машинах. А сколько машин у нас суммарно, на которых эта система себя не видит? Точно так же пришли вместе с администраторами и Windows-администраторами разработки и сделали такое свое решение, которое позволяет там также на периодической основе это смотреть и контролировать статусы. Затем автоматизированный поиск утечек. Я думаю, все понимают важность и критичность, да, там некие риски, что будет, если ваши исходники вдруг куда-то выложит разработчик или, не знаю, кто-то, кто их украл, злоумышленник. Да, через какое время вы об этом узнаете? Мы узнаем буквально через пару часов. Сделаны именно средства поиска по ключевым фразам, и в том числе по хэш-суммам. То есть
Точно так же постоянно все наши репозитории сканируются, снимаются эти хэш-суммы, и потом в автоматизированном режиме по всем доступным репозитариям в интернете делается поиск. Ну и также обнаружение новых приложений. За счет того, что есть вместе с Unix-администраторами общий rel-кластер, куда складываются логи Nginx, логи веб-серверов, это позволяет сразу детектить новые приложения, новые урлы, детектить аномалии. То есть если мы видим, что на какой-то адрес или на какой-то домен внезапно идет больше поток обращений, то есть либо это начинают брутфорсить, либо, возможно, где-то там разработчики оставили дырку, которая позволяет делать enumeration. Все это невозможно сделать только средствами безопасности и даже только средствами эксплуатации. Необходим дополнительный штат разработчиков, который будет все это автоматизировать, писать под вас, под ваши требования, чтобы именно были вот ровно те рюшечки, ровно те пуговицы, которые нужны чисто вам. Они не нужны всему рынку, не нужны другим кредитным организациям, потому что у них могут быть другие процессы. Но они нужны вам и нужны вам прямо здесь и сейчас. Вот такой один из примеров на тему контроля периметра. То есть видно, какие порты, на каких серверах, и когда первый раз были доступны, когда были в последний раз доступны, и какие там стандартные, там, условно, nmap-овские баннеры. Ну и самый главный вопрос, как же добиться такого же? Да, потому что не везде так, и как сделать, чтобы было так? Как сделать это некое там идеальное представление, чтобы можно было вот этого мамонта все вместе убить? Первый шаг – это было доверие через компетенции. То есть когда мы приходили к администраторам, нам приходилось доказывать, что мы разбираемся в этой технологии, мы разбираемся в этой системе, показывать на конкретных примерах. Иногда приходилось даже прибегать к черной магии, это показывать им эксплуатацию, то есть показывать им эксплуатацию реальных уязвимостей, чтобы повышалось некий там уровень доверия к нам, чтобы в дальнейшем нам не приходилось по каждому эксплойту говорить: ребят, здесь вышел эксплойт, они говорят, а мы не верим, что он рабочий, давай покажи. И мы сидим сутки, разбираемся, как написан эксплойт, видим, что в этом поке там, не знаю, специальное какой-нибудь флаг выставили, чтобы он не сработал, нужно было GCC пересобрать, а за это время нужно уже было пропатчиться. Но вот на ранней стадии это нужно делать, чтобы уже в дальнейшем, как бы, безусловно, вам доверяли и понимали, что если безопасность говорит, даже если придется остановить процессинг, или при этом будут страдать разработчики или пользователи, это нужно сделать, потому что им виднее. И в дальнейшем это приводит к тому, что лучшее решение мы ищем вместе. То есть мы не рассказываем администраторам, что им нужно сделать. Но мы говорим, почему это нужно сделать и какого результата мы хотим добиться в конце. При этом, само собой, если у нас есть та или иная экспертиза в этом решении, в каком-то продукте, то мы предложим это решение, которое мы видим. Но мы не скажем безоговорочно, что нужно делать именно так. Потому что, я думаю, вы сами понимаете, что безопасность не сможет разбираться во всем на таком же уровне, как с этим разбираются администраторы, потому что они знают свои специфики, свои особенности, потому что они с этими особенностями как минимум сталкивались либо на текущем месте работы, либо, возможно, на прошлом. А безопасник, как сегодня, по-моему, рассказывали, это такое блюдце, то есть приходится широко знать везде, он может просто не знать эту глубину той или иной фичи, той или иной галочки. Там установка этой галочки может в дальнейшем при, не знаю, превышении количества там транзакций или там РПС или еще чему-то как-то негативно сказываться. Ну и самое главное – это словно заражать безопасностью. То есть рассказывать о том, что такое безопасность, почему это важно, как это делать. Рассказывать всем. Рассказывать и эксплуатации, и разработчиков, и рассказывать, само собой, и всем остальным отделам, чтобы в дальнейшем были так называемые security champions, когда в рамках того или иного отдела есть один или несколько человек, которые больше всех разбираются в безопасности в рамках там вот этого направления и могут там максимально эффективно делать те или иные настройки или что-то внедрять. На этом все. Надеюсь, было интересно.